Сегодняшнее совещание у главы государства – это логичное продолжение визита президента нашей страны в парк высоких технологий. Одна из основных тем, которая обсуждалась на встрече с IT-сообществом – это образование. И вот сегодня получило логическое завершение вот этой темы. Сегодня Александр Григорьевич поддержал предложение. Причем я хочу сказать, что это предложение не только IT-сообщества, это, значит, скажем так, предложение и наших ведущих вузов, БГУ, БУИРа, о создании в нашей стране нового университета. Поэтому я думаю, что мы в ближайшее время внесем на рассмотрение главы государства соответствующий проект нормативно-правового акта, который будет регулировать деятельность этого учреждения образования. Это будет попытка готовить в этом вузе, наверное, специалистов очень высокого уровня. Мы планируем на первоначальном этапе около 180 только принимать на обучение. Учредителями нового университета выступят вот два наших вуза, непосредственно парк высоких технологий и один-два крупных наших IT-компаний, которые в том числе будут направлять денежные средства на финансирование самого университета. Плюс мы планируем систему грантов для наших одаренных ребят, потому что все-таки мы предполагаем, что обучение будет платным в вузе без всякого бюджетного финансирования. Наша задача вот создать условия для того, чтобы наша наиболее талантливая молодежь оставалась в стране. Не будем готовить студентов для конкретных компаний, мы их готовим для страны. И причем не обязательно для IT-сферы. Эти специалисты нам нужны, если мы серьезно подходим к процессам цифровизации экономики в каждой сфере. Президент нам поручил проработать название вуза, чтобы оно прежде всего в мире ассоциировалось с нашей страной.